Всем привет! Сегодня мы с вами будем лепить бомба из игры Angry Birds. Для лепки нам понадобятся цвета: черный, серый, оранжевый, белый, бордовый и голубой. Бомб – это персонаж из серии игр Angry Birds. Он черного цвета, животик у него серый, форма туловища круглая. Брови у него прямоугольной формы, бордового цвета. Глаза располагаются не так близко друг к другу, вокруг глаз есть серые пятна. Клюв не очень длинный, оранжевого цвета. Нижняя часть меньше и толще, чем верхняя. Макушка, ее еще называют фитилек, представляет из себя хохолок с одним треугольным пером черного цвета с желтым концом. Бомб по внешнему виду сильно напоминает бомбу с фитилем и по сути является таковой. Из всех злых птиц бомб самый вспыльчивый, но далеко не самый серьезный. Основной целью бомба в жизни является веселое времяпрепровождение. Бомб ведет себя вспыльчиво, когда речь касается кражи яиц, из-за чего он буквально взрывается. Тем не менее, он довольно спокойно относится к большинству вещей. Бомб хорошо готовит, любит мороженое, кукурузу. Также черная птица, довольно талантливая и спортивная. Все мы знаем из игр, что бомб очень любит взрываться, даже из-за того, что его прозвали бомбом. Взрывается очень часто, иногда даже во сне. Бомб получает удовольствие от взрывов. Он большой ценитель вкусной еды, он обожает сладости. Также бомб неплохо осваивает новые музыкальные инструменты, просто замечательно на них играя на радость своей аудитории. Так он превосходно сыграл диджериду. В некоторых сериях бомб любит устраивать чаепития с Чаком, успокаиваясь и мирно беседуя. Также бомб неплохо играет в карты с Чаком и Редом, но иногда жульничает. Так он спрятал 3 лучшие карты возле гнезда. Во многих сериях бомб участвует в нескольких соревнованиях, занимая почетные места. Также он принимал участие в соревнованиях по бегу и в рыцарском турнире. Бомб в некоторых своих появлениях делает разминку, наклоняясь справа, влево и слегка попрыгивая. Это подчеркивает его спортивность. Бомб – самый веселый птах в стае после синей троицы, с которыми он проводит время, веселясь на разные лады. Когда игра Angry Birds вышла в свет, имена птиц были неизвестны, их отличали лишь по цвету и размеру. О том, как зовут всех птиц Angry Birds, стало известно после выхода фильма. Тогда у птичек появились не только имена, но и голоса, ведь до этого они просто чирикали. Бомб считался черной тяжелой птичкой в Angry Birds, которая не может летать далеко. При запуске она летит по траектории, падает в конечную точку и через несколько секунд взрывается. Силы взрыва хватает на уничтожение препятствий из любого материала и свиней. В одной из серий Angry Birds бомбу добавился хохолок-фитиль, меняющий цвет в зависимости от готовности птицы взорваться. Бомб издает электрическую волну с током, уничтожающим свиней и отталкивающим защитные конструкции. В мультике Angry Birds сердитая птичка-бомб взрывается, когда его кто-то выводит из себя. В истории миролюбивых птиц, живущих на одиноком птичьем острове, которые долгое время жили в изоляции от окружающего мира, считая, что кроме них на свете никого нет. В сюжете мультфильмов и игр главный герой – это Ред, красная птица. В мультфильмах и играх есть еще и другие персонажи птиц. Это Чак, желтая птица, Бомб, это черная птица, нам известно, Матильда, белая птица, Терренс,
огромная красная птица, судья Пекин, филин маленького роста. Bubbles – это оранжевая птица, Хэп – зеленая птица, могучий орел – единственная в фильме птица, умеющая летать. Кир – это больная, постоянно чихающая птица. Мим – это птица Мим, по-видимому, кукушка, говорит только одну фразу «кукушечки мои». Родители синей троицы – Грег и Оливия. Билли Бинг – это голубь, полицейский. Ширли – престарелая птица. Эдвард, Ева, Тимоти и безымянный птенец – это семья птиц. Ранняя пташка – это птица-продавец червей, который имеет много птенцов. Бред – это красивый птах. Стелла – это розовая птица, очень дружелюбная, готова всем помочь. Виллоу, Поппи, Далия и Гейл – это подруги Стеллы. Птах – это птичка, которая очень любит обниматься. Она очень толстенькая птичка. Благодаря популярности игры Angry Birds для детей начали создавать мягкие игрушки, выполненные в виде птичек, раскраски, трансформеры, сувениры, книги и комиксы. Вот мы практически слепили нашу злую птичку. Лепим хвостик и аккуратно приглаживаем пластилин. Теперь лепим хохолок на голову Бомби. Он должен получиться в виде фитилька. Стеком делаем углубление в нашем фитильке. Из желтого цвета мы раскатываем тонкий длинный жгутик и порежем его на маленькие кусочки. Соберем их в букетик. Прилепим наш букетик в черный пластилин. И вот наш хохолок-фитиль готов. Теперь наша птичка из Angry Birds готова. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!